это? Шанс ворваться на лидерский боксинг, как он получил в начале 2000 года, когда японский промоушенка один объявил о проведении регионального отборочного турнира в океане. В преддверии ивента Марк считался самым крупным аутсайдером восьмерки, но вопреки прогнозам продемонстрировал великолепное выступление. За один вечер он нокаутировал Клея Аматиги, переиграл Рони Сефа, а в финале правым оберкутом сокрушил Пэла Фэгана.